А может даже к такому, в смысле, не к вечеру, не к 8, к 9 часам. О, донат. От часам к 5, к 6. 60 рублей, спасибо, Серега Крылов. Типа, добавь там друзья, я не знаю, типа такого. Донат еще один. 50 рублей от Medif FS. Это пока, что я скинул немного, чтобы ты проверил, что я 3К скину. Или больше, смотря как ты будешь ко мне относиться. Короче, Medif FS, это который мне обещал 3000 скинуть. 50 рублей сейчас скинул, мне написал. Сейчас, секунду, ВК тут кое-что гляну, секунду. И он мне, короче, написал. Это пока что я скинул немного, чтобы ты поверил, что я 3К скинул. Типа 50 рублей то, что он скинул, типа аванс. Или больше он, типа, скинет. Больше, возможно, 3К. Как ты, смотря, типа, ко мне будешь относиться? Я нормально ко всем отношусь. Кто кидает донат, кто не кидает. Кто подписывается, кто не подписывается. Кто ставит лайки, кто не ставит. Но просто ты понимаешь, что написал. Я потом тебя там... Я тебе ничего не надоедал, типа, когда деньги ты мне эти скинешь, падла, когда... Я тебе не писал. Я тебя потом спросил через неделю, ну ты, типа, что ты, типа, сможешь скинуть или нет? Ну ты потом просто-напросто пропал, ну что мне еще было думать? Как обычно, я подумал, кто школьник написал какую-то фигню, да и все. Ну если ты и так у меня в друзьях, ну возможно, да. Фокс 32, так, Серега Крылов. Я, кажется, припоминаю, кто это. Вот, ну короче, я к тебе нормально отношусь. Так, там еще вопросы какие-то серьезные. Типа там, как в Майнкрафте. О. А у тебя есть Дагфейси премиум? Да, еще 8 часов, по-моему, на 8 часов еще остался. У меня 6 или 7. Донат. 1150 рублей. Ну, короче, вот еще аванс. Сколько? А потом еще, может, пойдет. 1150 рублей. Мне только что скинули. Охренеть. Ну, короче, вот еще аванс, а потом еще, может, пойдет, пока что так. 1150 рублей. Пацаны, вы это видите все сейчас. 1150 рублей мне только что скинули. А ну-ка показывай, вдруг это ты там сам себе... Вот, я показываю. Мне только что скинул пацан 1150 рублей с Яндекс.Деньги. Просто тебе спасибо огромное. Это Медив. Просто спасибо. Обещал, реально, охренеть. Просто спасибо тебе. Я прям обрадовался. Смотрите сразу. Кому не жалко, с 500 рублей цели стало 1000... Мне сегодня за стрим уже, Серега, задонатили 1260 рублей. Ну, красавчик, что тебе могу просто сказать? Просто спасибо тебе, пацан. Огромное. Слушай, у тебя просто уже цель, все. Я теперь богатый, просто, все. Успешный бизнесмен. Я за... Да. Пацаны, я пошел покупать яхту, сейчас. Донат еще один. 42 рубля. Отдавай, Дак, все, что у меня есть. Хорошему человеку ничего не жалко. Спасибо тебе. Опять он скинул, просто тебе огромное спасибо. Славик, вот видишь, что пишут в Китае, говорят, что животные приносят удачу и богатство. Так, подожди, как там реагируют на донат? Орут. Громко орут. Потом заходит мамка и орёт на них. А и мамке при этом говоришь, мамка, мне скинули до хера бабла. И она, наверное, радуется, что у неё... Донат пришёл. Покупает яхту. Сколько? Вот даже и обещание сдержал. 4800 рублей? Пацаны, чё за нахер, а? Да. Реально тебе скинули? Мне только что скинули 4800 рублей. Из них мне 4464, сейчас я их могу вывести. Емануться. Как? Он 1,89 м. Я 1,88 м вообще-то. Да? Да. Так. Ну, держи еще на сегодня все, наверное. Потом на следующих стримах может 3К залетит, не знаю, как пойдет. Мне еще один донат только что пришел. 36 рублей. Мне сказали, что еще 3К скинут. Серьезно? Пацаны, я немножко в шоке. Как? Как? Как?